здорово! Снова в дальнем бою. Здорово всем подписчикам. Особенный привет зеленому. Если будешь смотреть, серый, привет тебе. Ну, всем пацанам, кто дальнобоем. Сегодня хотел бы поговорить о трассе Никополь-Херсон. Никополь-Херсон, Днепр-Никополь. Ну, у меня, блядь, извините, будет трясти, потому что здесь, ну, нормально не получится. Тряска будет капец. Ну и короче, пацаны, чуть тише. Если честно, я не знаю, как это можно вообще, блядь, называть дорогой. Но это не дорога, пацаны, это направление. Даже для КамАЗа, ну, это, блядь, это пиздец просто. Я извиняюсь, может, дети будут смотреть, но это просто, ну, у меня просто нету слов, честно. Вот, и, ну, то есть яма на яме, и, блядь, ямой накрывает. Кто ездил, тот знает. Сегодня со мной в поездке мой кореш. Вот он. Всем здрасте. Артем. Будущий дальнобойщик. Стажер. Вот, едем мы вот с такой вот скоростью, и то еле-еле. Бродяга наш тянет. Едем мы на Харьков, с Одессы. Выехали вчера в 11 вечера. На данный момент 10 часов утра следующего дня. Мы только под Днепропетровском. Благодаря нашим дорогам, ну, сами понимаете, какие у нас дороги. На прошлой неделе ездил на Львов, до Умани по Одесской трассе, ну такое, 7/8, но ехать можно. От Умани до Винницы, там есть там кусочки, ремонт дороги, там, ну, тем не менее, 70-75 можно ехать спокойно. Но туда уже, вот, ну, дальше, короче, на Львов, когда уходит на Черновцы и так далее, блядь, там дороги, пацаны, просто, ну просто можно, блядь, какой его знает, на бампер, блядь, стакан с водой ставить и хуй разольёшь, блядь. Дороги охуенные, конечно, блядь. Не сравнится, блядь, с Днепропетровской областью, блядь. Это тут, конечно, пиздец полный, блядь. Херсон там вообще в Африке, блядь. Блядь, ну здесь, конечно, блядь, Херсон до Николаева еще так, блядь, можно ехать, нахуй. После Николаева, я ж говорю, пацаны, блядь, даже, блядь, на Татарине, сука, едешь и охуеваешь просто, сука, позвоночник, блядь, высыпается, нахуй, просто в трусы, блядь. Вот. Владюха, тебе тоже привет от папы. Маты, не слушай, это эмоции. С папой все хорошо, жив-здоров, работает. 2 недели, пацаны, уже не был дома, 2 недели. 2 недели на работе. Не получается никак, выходные. Работа есть, надо работать. Зимой будем отдыхать. Так как я уже, ну, я говорил в прошлом видео,
Ну, если есть какие-то пожелания, там, мы купили новую камеру, экшн-камеру себе. То есть в скором будущем начнем. Только вот я научусь нормально все монтировать. И извините, если криво. Вот, видите, вот. Что значит, люди работают не на своих машинах. Летит, блядь. Может, какой его знает. Может, пустой, блядь. Ну и короче, какие ракурсы там, может, со спалки там. Блять, ну я хуй его знает, с бампера, блять, с крыши, с контейнера там. Кому как больше нравится, пишите в комментариях вообще, блять. Оставляйте комменты там. То есть, ну как бы интересно вообще смотреть, неинтересно. Блять, ну продолжаем снимать, не продолжаем, как бы. Я знаю, что есть среди моих подписчиков тоже пацаны-дальнобойщики. И на больших машинах ездят, и на маленьких бусиках катаются в Украине у нас. Всем, пацаны, удачки, хороших грузов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Как я обещал, будет много еще обзоров. Много техники есть для обзора. Прицепы, тягачи. Пару КамАЗов еще есть. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До скорых встреч. Ни гвоздя, ни жезла. Thank you.